Здорово, YouTube, это Ник 86, и сегодня мне пришла посылка. Здесь находится задний ход, яркий LED, и габариты, тоже LED, яркие. Насчет габаритов не знаю, могу я их внедрить или нет, но задний ход я должен все-таки где-то внедрить, либо в копейке, либо в джессике. Сразу упаковка внушает доверие. Смотрите. Так, стоит недешево, почти косарь. Здесь есть мануал. Сейчас посмотрим. Ага, как ставить? В принципе, ничего сложного нету. Все разъяснили, как что ставить, но надо посмотреть. Теперь самое интересное. Так, сама лампочка. А, здесь типа, знаете, лампы универсальные. Запасные цокли есть. Что здесь только нет. Стабилизатор есть. Как я понял, например, это ставить в цоколь. Это в фару. Это даже не знаю куда. То ли земля, то ли подача заднего хода сигнала. Но куда-то надо вставить. Так, что еще есть? Есть еще какая-то херобода. Наверное, вставляется туда. Может, какой резистор. Сейчас китайцы смотрят, угорают. Че тут они смотрят, русские? Так, понятно, что ничего не понятно. Так, что у нас тут еще есть? Запасные цокли. Два штуки. Ну и все. Но диоды такие внушительные, ребята. Это вам не какая-то херь за 100 рублей. Видите, здесь линза. Там тоже диоды. Раз, два, три, четыре, восемь, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать диодов. Так, Т10. Не знаю, мне подойдет или нет. Это, по идее, габариты. Можно на иномарке. Чтобы мозги не впадали в ошибку, здесь поставили резисторы. И эти лампочки, они должны быть очень яркие. Но мне они, наверное, не подойдут. Но куда-нибудь вколхозить мы, ребята, можем. Так, друзья, лампочки полностью подходят сюда, оказывается. Вот вам разница. Вот дешевая лампочка. Ее, считай, не видно. А вот дорогая лампочка. Вот она дешевая, но не сгорели за целый год. Так. Здесь все вот так вот снимаем. Ну, видите, она, считай, не светит. Вот так лампочка горит. Очень ярко. Не забываем поджать контакты, потому что она может вылететь.
И вставляем. Все. Теперь здесь тоже идет яркий свет. Ну, теперь надо вечером все смотреть. Итак, друзья, все рассмотрим поближе. Тут я уже полностью разобрался. Смотрите. Это подходит на определенную иномарку. Именно вот этот цоколь, он дает желтый свет. И да, здесь 20 диодов. Белый провод дает белый цвет совместно с черным. Я как понял, это поворотники, либо там аварийка, а это уже задний ход, белые диоды. Давайте проверим, как светит. Начнем с белого. Это у нас плюс, это у нас минус. Смотреть не могу, очень ярко светит линза. Так, а если я подключу здесь, то будет желтый свет. Это у нас минус, это у нас плюс. Но если долго горит, то вот этот блок начинает греться. Так что это должно вот так быть. Вот этот провод, он как раз дает плюс на белый. Тут тоже все просто. Берете плюс, маму, здесь соединяете. Здесь у нас простой предохранитель, самый простой. Так, это на второй диод. Но сейчас у меня тут его нет, он в машине. И центральный — это плюс. Это плюс идет на лампочку заднего хода. Вот и все. Чтобы поставить эту лампочку именно в 11, это нужно еще попотеть. Я срезал вот эту часть, чтобы мне потом просто в цоколь более-менее все поместилось. Потом я отрезал вот эту часть, стабилизатор, наверное, он. И подсоединил черный на минус, белый на плюс. Вы видели два цоколя, вот именно они подходят в тазы. Ну и все мне там заработало. Ставить именно в 11 это я не советую, потому что все очень плотно вставляется, и плюс надо все это дело обрезать, там плата изгибается, а я хочу просто уже готовую лампочку. Я ее найду и поставлю. Хочу еще предупредить, я поставил диоды Т10 в фары. Они на самом деле на задний ход. И я не знаю, долго они будут жить в фаре или нет. Потому что задний ход включил секунд на 10, да, на 15, и выключил. А на габаритах это всю поездку. Но там сильный радиатор, я думаю, все выдержит. Ну вот, друзья, смотрите, задний ход установил, но там проблема, не закрывается крышка. Эту проблему нужно решить. Вот так все выглядит. Здесь диод, здесь у нас простая лампочка. Ну, конечно, диод освещает неплохо. Здесь на камеру больно не передать, но что вот светит и что простая лампочка светит. Разница очень большая. А это у нас светят дневные ходовые огни, но на самом деле это задние огни. И долго ли они прослужат, я не знаю. Очень ярко. Очень. Прям безумно ярко. Но они очень мощные. Так, задний ход нагревается, интересно ли нет? Нету. Я там, конечно, все потроха лишние отрезал, и все равно мешается. Там вот этот диммер, что ли, или что еще там.
он не нужен здесь. Он идет на поворотнике. Там еще желтые диоды, они идут на поворотнике. Оставил чисто белый свет. Ну вот, ребята, как-то все вот так вот. Ну так, друзья, ссылка на товар будет в описании. Также я сделаю комментарий свой со ссылкой на пост в ВК этого видео. Если можете, просто перейдите и сделайте репост. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на YouTube, на группу ВК. Все ссылочки в описании. До встречи.